Доброе утро, добрый день, привет. Вау, так резко потеплело. Два дня назад пошел снег. Я снял, как мне кажется, нереально красивое видео, атмосферное, такое стилистическое, возле храма, который располагается прямо рядом с нашим домом. На следующий день плюс 14, и вот сегодня уже я свободно иду в рубашке. Застегнул ее лишь потому, что если снимать видео и начнется сильный ветер, то она будет болтаться, крутиться и вертеться. Это будет не так, как хотелось бы. Естественно, много шума, много звуков, потому что воскресенье, и я сейчас был в Ханаги парке, собралось там огромное количество людей. Опять же, не знаю, откуда они это все узнают. То есть это, видимо, какое-то событие, которое было плановое. И полностью заполнен парк людьми. Уже появляются первые цветочки на деревьях, то есть зацветает слива. Февраль, одним словом. Да, мы сегодня планируем сходить покушать рамен с нашим японским другом, с которым мы познакомились через приложение для языкового обмена. Он сам с Окинавы, и мы пообщались с ним пару раз, то есть давайте скажем так, я помогаю ему практиковать английский, он помогает мне практиковать японский. Я сейчас перейду дорогу и надеюсь, что звуков так, настолько громких станет чуть меньше. Обычно так получается, что когда я начинаю снимать видео, то вокруг происходит что-то крайне громкое, при том, что если я прогуливаюсь сам и хочу найти какие-то движения, то вокруг будет полная тишина и даже... Несколько раз я Вике это демонстрировал, я говорю, вот давай посмотрим. И мы проходим по самым оживленным улицам, делаем поворот налево-направо, все, полная тишина и вообще нет людей. Заходим в какое-то кафе, где, казалось бы, или бар, где должно быть какое-то столпотворение, никого. Каким-то образом так получается. Я включил, сейчас начал запись видео через обычное приложение, хотя стоило, наверное, сказать, что происходит сейчас вокруг, потому что собачки тут очень милые ходят, людей много в очереди в Макдональдс стоит. И вообще, это интересно. Сами по себе японцы в большинстве своем, то есть их структура тела, недостаточно худые. То есть полных японцев встретить, ну, даже сейчас я смотрю, людей много, но кого я могу назвать полным, пока не вижу. Но при этом в Макдональдс они захаживают частично, то есть это на улице уже очередь, сейчас позади меня. То есть там есть место на, наверное, человек 10-12 может спокойно уместиться внутри, очередь выходит на улицу. И по секрету скажу, я сегодня с утра вставал рано по работе, ездил и заехал на Мак-завтрак. Думал купить Вики тоже, потому что Мак-завтрак... Так вкусы меняются, на самом деле, и это тоже этот момент того, что нужно то ли стоять на свое мнение, то ли спокойно плыть по течению. Я до сих пор не могу разобраться. Очень много лишних звуков, конечно. Потому что, да, когда-то мне Мак-завтрак просто не нравился, я его вообще не воспринимал. Сейчас я нашел несколько вкусных бургеров, которые стоят абсолютно адекватных денег, и если у меня есть возможность, например, раз в две недели я позволяю себе зайти в Макдональдс и съесть где-то этих два бургера. Красиво, спокойно. Надо еще будет в ближайшее время съездить. Куда мы хотели съездить? Куда-то хотели съездить? Не помню, куда хотели съездить. И, конечно, сейчас турнир UFC. Волкановский, Махачев. Каждый UFC-ивент я не перестаю смотреть. Не то, что не перестаю, я их жду. Все имбеды обязательно просмотрены. И это тот драйв, который вот... Он какой-то натуральный, естественный. То есть... Ну, с футболом... Как-то футбол у меня отошел совсем на какой-то второй-третий план. Я с удовольствием в него поиграю, но чтобы прям следить, смотреть, наверное, уже нет. А смешанные единоборства и какие-то громкие поединки, особенно как сегодня. Опять же, в плане раскрутки там были какие-то вопросы, то что не столь
тщательно UFC преподносит и рекламирует этот бой. Не знаю, я о нем слышал достаточно много. Надо сказать, опять же, тут не поймешь, это либо из-за моей личной вовлеченности в процесс, либо не могу ответить. Ну да, все-таки, когда два лучших бойца мира, вне зависимости от весовой категории, дерутся, хочется на это посмотреть. И прелесть смешных единоборств как раз в том, что, естественно, по-любому будут те, кто так или иначе скажет: «Ну я же говорил, ну я же знал». Не знаю, мне почему-то, когда так отвечают или говорят, только улыбку вызывает и какая-то демонстрация надменности, какой-то самоуверенности, потому что в бою вообще что угодно может произойти. И в этом, наверное, прелесть смешных единоборств. И, наверное, закончу я здесь. Мне крайне нравится. Это... Вообще ни разу сюда не заходил. По-моему, это кафе, но мне нравится, как это все оформлено. То есть такой дизайн. И да, то, что кафешки, небольшие бары оформлены в разных стилях, ну как-то все это находится в гармонии, в сочетании. Так что да, наверное, на этом все. До встречи в следующий раз. Выходил как-то более все по плану рассказать, но оно вышло как вышло, потому что хотел я показать, как в парке цветочки выглядят. Я по итогу прошел сквозь станцию метро, улицу с магазинами и вышел на аллею, где совсем скоро сакура начнет цвести и придет весна, а за ней лето.